Вот добрались до 13 сезона. Казахстан. Карта интересная. Много бездорожья. Миссий обычных очень много. Первой миссии доставить строительную платформу к центру логистическому. Карьер очень большой. Подъемы у него местами камнистые. И угол наклона очень большой. Будут цепляться, как всегда, у нас лап. Или пузо прицепит. Ну, поехали. Постараемся доставить до места назначения. Будем развязывать карту Казахстана. Появились три вида техники. Новый КАМАЗ. Потом еще какой-то тяжелый типа Урала. И скаут. Первая трудность. Камень мне мешает. Лучше проехать. Ну, по-моему, все-таки там не хотели. Какой-то остался. Не заметил. Ну, лапы вроде бы исправили. Поменьше стали упирать. Так, чем уже за... Ага. Да, деревьев нету, зацепиться не за что.
Там еще круче будет поворот. На повороте. Да, вот камушки мелкие мешаются, цепляется за них все. Все, зацепился. Тут дерево. То не хватает, да? Ладно. Так, придумаем что-нибудь. На кирпичи, как всегда. Без лебедки. Красиво, красиво карта. И то, что некоторые. Камни прорисованы прям. Топчик.
вот такой хуйни. По-нашему. Второй карьер, чуть-чуть поменьше, по-другому. Спуски, заезды. Вот такие бы карьеры на остальных картах, где они есть, только там очень маленькие. Кино. Ну, лягушки сколько? Точно было. Склад откроется какой-нибудь. Эскалатор, Санька. Вот и все, миссия выполнена. До скорых встреч.